А вдруг пригодится? 62-летний лидер машины времени Андрей Макаревич заморозил свой генетический материал. Процедура под названием криоконсервация провели в московской клинике. Стоит она 15 тысяч рублей, плюс аренда термоса от 10 тысяч в год. Клетки помещают в жидкий азот, что делает их практически вечными. Мужчины прибегают к этой мере, как правило, с приближением старости. Или в случае риска. К примеру, криоконсервация довольно популярна у космонавтов. Макаревич решился обратиться к врачам с этим вопросом 2 года назад. К слову, у музыканта 3 детей, старшей дочери уже за 40, младшей всего 15.